Кого позвал? Спросите. Да, вы это. Да, вот это. Да, вот это. Да, вот это. Да, вот это.
А зачем отошли, Татьяна? Thank you.
Thank you.
хороший был удар. А что не хороший? И что? Нет, ей бежать надо было. Он через полполя шел. Вообще. Да нет, отличный был удар. Олег, мы работали как над этим, сверху, просто вниз, не сильно, просто сверху вниз. Скинуть его.
Левая нога все время. Если. Зачем в диагонали, Олег, смеш? Вообще не вовремя. Да, чем быстрее, так как он дальше.
Татьяна продавила, Саша закончил. Хорошо. Зачем? Опять тянет на тебя гора. Да знаю я все. Чуть сильнее, Татьяна. Первый. Это хорошо было все равно. Кистью надо было подрабатывать. Thank you.
Это да. Она могла бы еще. Вообще, Саша плохо подал. Ракетку не поднял. О, ну, тяжело. Приблизительно так. Тяжело такие брать. Вообще, Константин, можно было завершить. Да. Вот за меня. Вы встали, Константин. То есть можно было продохнуть и сразу встать. Татьяна пятерку за розыгрыш, когда на сетке был поле, куда убрали. Хорошую точку пробил. Просто поднимать, навешивать, Саша. Thank you.
Thank you.
ходить, он будет ходить. Ha 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 ha.